Отлично. Вода есть, все есть, будем. Смотри, я сегодня. Голова. Стороны в сторону, side to side, up and down. И те перекаты, вверх на носочках, вниз. Ну вот, короче, исономия мне безумно, у меня губы просто начали трескаться, да. Да, маленький. Теперь вот внешние стопы, ноги. Вот сами. Теперь ноги крутим. Крутим. Теперь стопы вот. Ножки крутим. И в обратную. Теперь таз. Короче, на этом основном, когда я поехал в этот раз, я понял, что, знаешь, там настолько все сухо, настолько, знаешь, если туда доходят пожары, то тяжело дышать, еще тяжелее. Значит, выпрямляю грудь вверх и выдох. Выдох. Теперь ручки со стороны в сторону. Вот так крутим спокойненько. У меня сегодня был самый лучший сон. Мне часы показали, что ровно 8 часов выспался. Ровно. Да. Да, теперь вода, те руки. Да, таких людей много, но спят по 3-4 часа. И в обратную. Да, во сне же происходит восстановление. Я думаю, ты после этого можешь сразу идти в кровать, просто лежать, что-то слушать. Старайся меньше, запястья, кисти, старайся меньше мелатонина. Я почитал статью, мелатонин, оказывается, блокирует немножко шишковидную железу. Шишковидную железу, pineal gland.
Хорошо, хорошо. Слушай. Супер. Супер, я рад, что ты вовремя. Да, уже за... Круто, 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 круто. Круто, круто. Слушай, главное, что друг подругу поддержал. Это самое важное, что... Теперь голова назад. Крутим в одну сторону голову. Знаешь, когда поддержишь друга, спасаешь кого-то, то настроение тоже поднимается, потому что ты вот как бы выполнил миссию спасения. Это крутое ощущение. Маленький присел, да. Конечно. Да. Да, это непросто. Мама, садись на попу. Мы на корточках сидим. Ты просто садись на попу. Да. Мы все... Ты вовремя. Не, вчера было другое. Мы вчера не сделали, потому что мы вчера не делали, потому что тебя не было. Все другое. Не, мы хотя бы раз в неделю ты должна на это попасть. Сидим здесь, в центр. И задача. Раз чуть-чуть попу назад и попу вперед. То есть вот так. Попа назад. Попа вперед. Попа назад. Или на попе сидим, то же самое движение. Да, вчера подключилась одна подруга Кости, которая хочет назад вернуться в форму. Вот. Теперь на колени, вот так, на колени и назад. На корточки, на колени. Да, она была очень довольна вчера. Она говорит, что то, что говорит, вот эти упражнения, которые мы делаем, она же еще вес взяла чуть-чуть. Продолжаем. У меня, да. Продолжаем так, я просто более сложную версию делаю с вытягиванием ноги.
Ну все, на попе, сиди, тянись на попе. Просто сидись на, тянись на попе. Не, ну мы вчера по ногам ударили. Ну мы вчера, да. Не-не, мы же быстро делали. Мы делали эти схват, делали приседания. Все, встаем. Все, встаем. И таз. Двигаем таз. Пьем воды, водички. Теперь ноги пошире. Поворот таза, ноги пошире. И в обратно. Теперь руки на грудь, ноги также широко остаются, и маленькие приседания. Спокойно. Глубоко не надо садиться, просто спокойно так. Можно вообще даже, просто чуть-чуть. Сегодня выходной. Ну да. Спокойно. Главное, чтобы ноги смотрели вот туда, в те стороны. Да, вот ноги вот так смотрят. То есть приседания, где ноги смотрят вообще в те стороны. Мы раскрываем этот таз. Да, вот ноги смотрят туда, и те руки просто вот так держим. Просто вот так держим. Ноги максимально смотрят в стороны. Чувствую, как тянется, да, вот эта позиция вот. Не присаживай, просто держи так. Просто чуть-чуть с приседом держим. Чувствуем, как вот здесь тянется. Все, выходим. Все, встряхнули ноги. Будем больше раскрывать вот эти тазобедренные. Все, крутим таз еще раз. Ноги широко, крутим. Другую. Крутим. Теперь отсюда вот так боковое. Раз. Боковое. Теперь вперед. И назад. Спокойненько вперед. Назад. Теперь наше любимое – это поклон. Спокойный. Поклон раз, два. Без спешки. Поклонились. Встали. Вообще без... Тут очень медленно. Тут очень так спокойно, чтобы вообще не уставали. Без... Следующая вариация, это когда мы перекрещиваем руки. И потом перекрещиваем в другую сторону, когда делаем. Если сложно, то просто не делайте.
Вот я вчера был там в этой Сономе на сухом климате. Я чувствую, что как кости там, за то, что сухо, закостенелость сразу начинается, такая небольшая. Все-таки человеку нужна влажность. Я остановился у Н. Я пошлю фотографию. Я мог... Да, я мог остановиться у дирижера. Он мне предложил, но я уже договорился с Н в тот вечер тоже с ней поужинать. И плюс мы с ней в теннис еще играли. Да, она его очень много лет строила, очень, очень большие долги влазила, но потом вышла. Там. Ей где-то 48. Да, я посмотрю. Да. Теперь смотрите, руки вниз, либо ногу. Не-не-не-не. И вот здесь держим. Не, она. Да, здесь просто вот так держим. Опускаем ногу. И теперь правую вот так. Поднялись, вытянулись. Сейчас будем делать полную вариацию, когда одна нога поднимается вверх, одна рука так, либо две руки вниз. Смотрите, как удобно. И потом отсюда просто вот держим вот так. И меняем ногу. Другая нога вверх. Держим вот так. Держим. Спокойненько. Здесь важно спокойно не тратить силы. И потом поднимаемся и вытягиваемся. Опустили и меняем ножку. Вот это упражнение сейчас очень важно. Просто в конце недели мы должны раскрыть. Вот так держим. И отсюда потом раз и поднялись. Поднялись и вытягиваемся. Опустили. Другая нога. Поехали. Вытянули ее. И теперь отсюда вытянули руки. И опустили ногу. И другая. Продолжаем. Если устали, то просто тянемся вниз. Если устали, просто тянемся на две ноги вниз. И поднялись. Ту ногу. Опустили. Другая нога. Вот раз. И поднялись на одну ногу. Все, опустили, разгрузили таз, разгрузка таза. Да, она, короче, это дом вообще, я пришлю потом фотки, она очень долго, ей отец помогал в строительстве, то есть находили этот, и тоже он там деньги в банке взял и так далее. То есть он вообще построен ни на чем. То есть там поле было. И она говорит, для меня было важно построить. Она как бы не сильно религиозная, но она вообще не. Она как бы не иудеи, да? Но она говорит, для меня просто важно не из-за религиозной точки зрения,
Просто новый дом. Говорит, у меня, чтобы не было никакой энергии, всякого, чтобы ничего не было. То есть у нее дом просто чистый, просто вычищенный. Все, второй раунд. И поднялись вверх. Сдержим. Если тяжело, просто можно руки на колени вот так держать и не вытягивать руки. Это вот первая вариация. Вторая вариация, это когда руки вытягиваются вперед. Держим. И опускаем. И меняем руки, меняем ногу. Хорошо, хорошо, хорошо идем. И руки вперед. Руки либо на колени, либо вытягиваем. Смотрим, как легче. Опустили руки, меняем ногу. А, нет, все, ноги не имеем, все, остановить, закончить. Просто обнимаем ноги, спина стараемся держать прямую, колени чуть сгибаются, то есть максимально прямая спина, как можно больше. И вот держим, вот так, да, вот так. Хорошо. Ну вот, я в тот день, когда у них там был, и влюбляемся прямо, пьем воды. Я у них съел, там у них столько сладостей было, и у меня сахар так выстрелил, я вот почувствовал, как у меня потом аппетит, я долго приходил в себя. Хотел после того, как поехал, покушал сладости, целый вечер хотел все кушать, кушать, знаешь, какой-то жор напал сумасшедший. Да. Так когда... Не, я знаю, я просто говорю, да, не, я говорю, что когда вот дают сахар, и ты давно на сахаре не сидел, а у них они отмечали этот день рождения, то в планку идем, горка, то да, тело просто не привыкает. Вот, держим. Вот, так что. Теперь на носочках не стоим. Да, вот в горке на носочках. И теперь отсюда чатаранга. Кобра. Вот все, находимся в кобре. Вот держим, держим здесь. Колени как бы на полу. И теперь на носочках в горку продолжаем. На носочках и стараемся теперь опустить пятки, если получается. Теперь опять на носочки идем и кобра. Медленное движение, лечебное. И отсюда опять горка, стараемся опустить пятки. И теперь опять на носочки стоим в горке и идем вниз в кобру. И выдох вверх, горка. Пятки опускаем. Теперь опять пятки поднимаем. И пошлите в кобру. Хорошо. И пошли в горку. Теперь на колени. И делаем
кобра, ой, кот и корова. Cat, cow. Можно усложнить и поднять колени вверх. Теперь более сложная вариация это, ну, продолжаем, да, продолжаем так. Cat, cow. Теперь следующая вариация это мы берем ногу и вытягиваем вперед. Вот эта нога вытягивается вперед и здесь сидим. Вот эта нога, она вытянулась вперед и вот так сидим. И вот здесь находимся. И теперь отсюда поднимаем руку и вот. И потом возвращаемся назад. Раз. Опять на четвереньки. И теперь другая нога вперед. Вот. Рука так. И вытянулись. Поняли, да? Теперь опять четвереньки. Вот. Четвереньки. Левая нога идет вперед. Вот. И рука. Показываю еще раз. Четвереньки. Нога вперед. То есть с четверенек leg идет вперед, кладется leg на пол, и потом поднимаешься, и вот, хух, и назад. Нога вперед, можно сесть на пол, потом поднимаемся, опа, тянемся, и назад. И все, и продолжаем. Положили на пол, сели, попа на полу, подняли попу, раз, тянемся, опустили. И последний раз. Попа на полу, подняли, вытянулись. И все, и отсюда горка. Отсюда горка. И теперь отсюда кобра. Разгрузка. Кобра, горка, разгрузка. Пошли опять горка. И кобра. Горка. И кобра. И в горку. Останавливаемся в горке. Тянем носочек пятки вниз. Такие как бы маленькие шажки в самой горке. И отпустили. Теперь садимся на пол, на попу. Спина прямая, держим ее прямой. Вот так зафиксировали эту позицию. И отсюда подняли просто чуть-чуть коленки, вот так. Чуть подняли. Подняли ножки чуть-чуть. И вот держим. Либо так держим, либо следующая вариация. Вытянули и держим. То есть либо вот держим здесь, либо чуть-чуть вытянули. И теперь поясницу чуть-чуть опускаем вниз. Если тяжело, коленки сгибаем к себе. Держим. Теперь поясницу на себя, еще чуть-чуть выше. Держим. И опустили. Фу. Колени на себя. Прямая спина. Отлично. Держим.
Останавливаемся. Следующие ноги в сторону. Как бы как можно шире. Как можно шире раздвинули. И просто здесь сидим. Берем руки за ноги и тянемся. Просто тянемся вот так на одну сторону. И на другую ножку. Теперь чуть-чуть согнули коленки и прямой спиной, то есть коленки сгибаем. И больше прямой спиной тянемся к носочку, чтобы носок достать. Сгибаем колени до тех пор, чтобы достать носочек. И тянемся спиной. Теперь меняем ногу. Опа. Тянемся. Спина, да, стараемся держать ее ровной, да. Вот сейчас. Не, ногу можно согнуть, потому что спину ровную получится только согнутой ногой. Вот видишь. Поменяли ногу. И центр. Теперь смотрите, теперь берем, обнимаем одно плечо, одну руку вот так за живот и рука вверх. И как бы вот этим плечом пытаемся лечь, а это рука вверх. Ноги могут быть согнуты. И все, вот здесь. И тянемся постепенно этой рукой противоположной ноге. Опускаем другая сторона. Другая рука. Тяжело это все. Тут эти растяжки. Да, наблюдай, где. Пусть это массаж сделают. Опускаем. Фух, прямая спина. Выпрямили спину. Теперь просто на две руки, на две ноги тянемся и вперед. Вот так. Тянемся. Вперед. Чуть-чуть тянемся. И теперь на одну ногу двумя руками. Прямая спина, но согнутая нога. И другая на другую ногу.
теперь ноги согнуты вперед. Стараемся вперед прогнуться. На себя потянуть. Спина может чуть-чуть сгибаться. Отдыхаем чуть-чуть. Рекалибрируем, стараемся спину более прямо поставить. И опять тянемся вперед, стараемся прямой спинкой. Чуть-чуть сгибаем, еще больше можно согнуть колени. Но более прямой спиной тянемся вперед. Такие раскачки. Выпрямили спину еще раз. И с прямой спиной стараемся маленько вперед. Теперь ручки вот так в одну сторону коснулись и в другую. Коснулись. Внешняя сторона коснулись. Все, прямо встряхнули ножки. Теперь одну ногу под себя, а другую вот так. Вот. То есть вот эта позиция. Вот сидим здесь прямо просто. Просто сидим. Выпрямляем. Да. Спина вытянутая. И теперь уже можно руку назад, одну левую, в моем случае, и твист. Твист. Центр, меняем ногу, то есть если одна была так, другая сгибается, другая вот так, центр, вытянулись, попа может тянуть, вот у меня тянет, и поворачиваем твист. И теперь ложимся на спину и колени к себе. И теперь пробуем отсюда руки вытянуть. И ноги попробовать задрать назад. Это очень тяжело. Мне это тяжело дается. Но пробуем. Спокойно. Это очень болезненная поза. Так что очень осторожно. Тогда просто березку или что-то такое. Ну, задача. Держим. Чуть-чуть. Отпустили. Ой.
еще один раз туда закинули. И опустили. Все. Стопы на полу, просто отдыхаем здесь. Чуть-чуть подняли таз. Можно руки в замок, за попой. Если получается, если нет, то просто таз. И опускаем таз. Подняли таз, держим. Можно еще даже на носочки подняться. Более сложная вариация. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. Подняли таз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. Еще два таких, поехали. Подняли. Up. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. Last time. Подняли таз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. Колени к себе, обняли себя, колобок. И вот такая гармошка. Так берем ноги по кругу, как играем на баяне. Мне сейчас пришла память, как Олеженька играл на баяне маме. Ага. Вот сейчас что-то я вспомнил. Он пришел и так туду-туду-туду-туду. Вот у него было вот это туду-туду. Он так сильно играл. Вау, продолжаем. И оно сразу так пришло. Вытягиваем одну ногу вперед, одно колено на себя. И это колено вытягиваем в другую, в противоположную сторону. Кладем на пол. Опа, хруст. Хруст. Хруст, хруст, хруст. Колено на себя. Оба колена на себя. Меняем ногу. И противоположное колено на пол. И вытягиваем ногу. Хруст, хруст, хруст. Хруст, хруст, хруст. О, последний хруст. Хороший самый. Отпускаем. И садимся на попу, готовимся дышать, пьем воду. Пожалуйста. Да.
все пройдет. Отлично, начинаем. Садимся поудобнее. Стараемся поглубже сегодня подышать. Что, готовьтесь, запасайтесь воздухом. I'm sorry. Exhale. Please forgive me. Exhale. I thank you. Exhale. I love you. Exhale. Change legs. Сейчас на вдохе в живот напрягаем живот глубже. Deep breathing. I'm sorry. Inhale. Exhale. Please forgive me. Exhale. I thank you.
Exhale. I love you. Exhale. Let it just be blessed with today, upcoming days. Let us bring the light and arrive at the right time everywhere we go. Let us be guided by divine intuition and be where we need to be and show up where we need to show up and serve where we need to serve the most. Let us be the light and supreme beings. Asha. Надышались. Да. Да. Оно лечит. Да, лень. Лень это такое.